Ох уж этот осенний Петербург. Осенний дождливый. Крестовский остров. Вон там вон Ромка пытается, видимо, меня сфотографировать. Давайте мы подойдем к Роме, узнаем все, что он думает о петербургской осени. Холодная осень. Сегодня всего лишь 8 октября, но на улице очень холодно и дождливо. Сегодня 8 октября, Роман. Очень холодно и дождливо. Скажите, пожалуйста, что вы об этом думаете? Если не обращать внимания на то, что идет дождь, можно посмотреть, насколько красивые осенние листья. Я согласна с вами. Насколько богат лес. Я согласна с вами. Как прожорлив крокодил, это очень важно, это надо подчеркнуть. Ну а если сказать о том, о климате, о том, как холодно сейчас, что вы скажете об этом? Ну, такой город, такой климат, я думаю, уже пора привыкнуть. Сейчас мы... Сейчас мы видим экспозицию «Роман и слон». Роман и слон? Розовый слон. Розовый слон. Очень красивые деревья с красивыми листиками. Мы к озерцу-то пойдем? Конечно, мы к нему и направляемся. У меня, правда, сейчас отмерз мизинец, но это уже другой вопрос. И уже намокают ноги от очень мокрой травы. Вот такое вот интересное озерцо с этим чудесным берегом. По-моему, там все в воде. Ага, тут у нас какой-то мост. Дерево очень красивое, на самом деле, вот это вот. Большое и красивое. Я думаю, он как-то связан с тем мостом, который выходит там через залив. Не знаю. Даже. Город строит. Тут, по-моему, этих строительных кранов больше, чем дома. Давай, сними мой EV-глаз. Только не нажми ни на что. Не закрывай рукой. Ну и морда у тебя. Что я хочу сказать? Ну что ты делаешь? Ну, так лучше. Так смешнее. Что я хочу сказать? Чудесный город. Не надо так вертеть. Чудесный город. Все красиво, все замечательно. Ну климат. Климат. Это просто что-то с чем-то. Очень холодно. Октябрь. Я не знаю, я не готова к такому октябрю. Очень холодно.
очень хочется тепла. Хочется в солнечную Калифорнию. Но пока нет такой возможности. А так, дорогие зрители, желаю вам хорошего, теплого времяпрепровождения. И протрезветь. Так как сегодня суббота. Ну да, сегодня суббота, возможно, многие будут употреблять некоторое количество алкогольной продукции. В себя всякое, да. Непотребное. Мы постараемся это не делать. Лучше сходим в кино. Ну или хотя бы съедим потом. Ведь вызывает мозг. Поэтому если ты сейчас нажмешь, там есть квадратик, то видео закончится. А мне нужно это делать? Ты это сделай, да. Хорошо. Все.